Доброго времени суток, любители хоккея. Сегодня играем онлайн игру в Rivals. У меня четвертый или пятый дивизион, я редко играю. Сейчас у нас идет поиск соперника. Посмотрим, кто попадется. Финляндия, может быть. У нас Руб Хинц, 92-й, Остин Мэтьюс, 91-й. И Макдэвид, 93-й. А у соперника Джонатан Хобердо, Обердо, 91-й, Патрик Кейн, 86-й со спецособенностями. Посмотрим. И Кол Перфетти. Это какой-то юнец. Больше я о нем ничего не знаю. Посмотрим. Название у игрока не финское. Надеюсь, что это не фин. С финами тяжело соперничать. Матч начинается, поехали. Ну, перепаска идет. Так, немножко поддушили. Какое-то все медленное. Так, пас не прошел. Силовой нам. Так, у нас Зубов как-то один остается. Почти. Немножко не хватило. Так, у нас, по-моему, бросал Кросби. Ну как так пас? Такой пас хороший. Не прошел, пасик такой был хороший. Один игрок настоял на пятаке, и шайба ушла мимо. Как вот так вот? Почему?
Вышла шайба в зону, не удержал. Не вижу, не понял, не видел я, какой это защитник именно был. Первый все на льду. Хороший момент создали. Может быть, что-то с движком. Но моменты, которые мы обычно забиваем, у нас как-то вратарь берет это. Берет эти шайбы. Так, соперник взял паузу такую длительную. Может быть, хочет отдохнуть. Может, клюшку поменять. Погнали, второй период. МакДэвид там что-то выпендривался, выпендривался, в итоге кое-как забил. На 1-0. Ну, атаковать будем? Да я тоже не пойду. Неточный пас, проброс. Интересно, когда у нас обновление выходило, что-то чую. Чувствую, что-то с движком опять намудрили. Да, вот у соперников, в принципе, слабые игроки, медленно катаются, может быть, поэтому. Бывает такое. Так, у нас Сарас 83, поэтому можно, в принципе, издалека побросать. С кистей даже. Thank you.
Да. За счет того, что у игрока 82 уровень, у него компьютер добавляет ему возможности, считает, что у него слабая команда, чтобы было игрокам со слабой командой интереснее играть, он нам дает дополнительные такие шансы. Хоть бы удали, и не дали. Не, никак не вскрыть оборону, стоящую из 81-х, 82-х. Ну, это компенсация, конечно, это как в Squad Battle сыграть испытание отряда, то, что 77-м компьютером, знаете, о чем я говорю. Вот, видите? Так, вот этот пас не точно дали. А и здесь пас не точно. Кстати, игрок без клюшки, можно этим воспользоваться. Не, пас не точный. Это вот гол Конора Макдэвида. Броски 12 на 3. Так, третий период, в котором обычно все решается. Кто дотерпит, мир достается терпеливым. Погнали. Роб Хинс классически свой гол забивает. Вот когда соперник играет с этими слабыми игроками. А, ну вот он и ушел. Когда соперник играет с этими слабыми игроками, 81-м, 82-м, он, конечно, затормаживает не игру, чем вымораживает. Но у него минус какой, что вот против него надо вот такую тактику использовать. Его защитники-то не догоняют меня. Крутиться, пока они не освободят пятак, и потом выигрывать пятака.
Только так можно выиграть. Ладно, ребят, спасибо за просмотр. Так, показал я вам игру. Как 91-92 играет с 82-ми. Видите, вот все такое медленное. Но выиграть можно, вот используя вот эти знания в защите, что нужно накручивать их просто как можно дольше. Все равно рано или поздно откроется. Удачи всем, пока-пока.